какой классный табак ты сделала. Ты чё, куришь сигареты? Ты же пионер! Позор тебе! Господи, какая же крутая вписка! Обожаю местные танцы. Тут так превосходно. Алло, Петь, ну чё, ты выйдешь сегодня? Кто ты будешь играть? Ну ладно. Петь, выходи! Чёрт, я жирная. Так на отверг запишу. Точно. Ну чё, у меня получается? Как тебе сказать? Ой, тебе не кажется, что я пару килограмм прибавила? Да не переживай, у меня есть супер разминка, быстро похудеешь. На зарядку! На зарядку! На зарядку! Лови! Нужно истории посмотреть. Неинтересно, фигня. Господи, ну и швабра. Надь! Сейчас кину новую фотку шкуры моего бывшего! Ну чё, пришло? Как тебе? Ничего не пришло! Как нет? Всем привет! Меня зовут Рикота Хунтай, и я обожаю смотреть Хунтай. Смотрю его даже во сне. Добро пришло к вам в дом. Эта книга лучшим солнцем в твоей жизни будет. Тут добро, там добро, везде добро. Все, мы с тобой расстаемся. Я меняю сейчас же СП ВКонтакте. Что-то не то. У тебя есть стиральник? Зачем? Как зачем? Губы помазать. Лен. Какая тебе Лен? Я Кобра. Ладно, Кобра, меня тут змей на свидание позвал. Да ладно. Вот мы думаем, куда бы пойти? На кладбище. Классно. Да, я знаю. Ты уроки сделала? Зачем их делать? Все равно все умрем. Ты зубы почистила? Зачем зубы чистить? Все равно все умрем. Мама, я палец порезала. Я точно жить буду. В этих местах отрыв. Она такая красотка, Надь. Вот дай бог им долгих лет совместной жизни, свадьбы и детишек. Господи, он с ней замутил только потому, чтобы меня обозлить. Ты в курсе, что у них скоро свадьба вообще-то? Ну я же говорю. Страшная жесть. Это Анджелина Джоли. Стой. Да все равно страшная. Фу. Вот она. Ну норм. Пошли за мной. Я просканировала все ее лайки, подписки, визиты. Ее интересы лайкает парней, подписанных на пластического хирурга, снимает сторис без лица. И? Вывод, переделанная страшная шлюха. Не могу понять, вот чего в ней есть такого, чего нет во мне. Я красивая, умная, стройная. Еще раз красивая. Да. Бред какой-то. Овца тупая. Где я? Это же не то. Ох, нашла. Блин, в очках неудобно. Сниму их. И, короче, тогда я жестко опоздала. Эль, привет! Зой, привет! Там. Какая погода сегодня? Какое милое собачко! Не хочешь поиграться? Давай мы возьмем тебе домой. Слушай, это машина не Сережа, это же его вроде номер. Я что, вижу, что ли? А ты с таким зрением живешь вообще? Ну так. А руку видишь? А, вот так сколько пальцев? А, вот так сколько пальцев? Да пошла! Очки не оденешь. Блин, я в них стесняюсь. Ты такой симпатичный кассир работаешь, поэтому... Господи, опять? Когда же это все закончится? Ну, я вам покажу. Спать не давали утром. Ну, хорошо, теперь будете плясать под мою дудку. Знаешь,
знаешь, лучше бы ты мне вообще не рожала, аборт бы сделала. Да у меня есть очки виртуальной реальности. Да ладно, дай глянуть. У меня такая веселая игра есть для тебя. Ты не представляешь, мы с Сережкой с таким кайфом на Мальдивы слетали. Вес он лох, да Мальдивы это уже прошлый век. У Сергея есть две путевки в санаторий, в Гагры. Я вот думаю соглашаться. Что, это же Гагры? Конечно. Ты представляешь, он поцеловал меня вот сюда. Да ладно, это судьба. Хорошо, что ресницы нарастила. И так краситься сильно нужно. Все, не переживай, сейчас это последний писк моды. Ой, Зинка, спасибо. Ребят, сегодня я снимаю доброе сердце и помогаю окружающей среде. Собираю мусор. Ребят, вот я вижу столько пожилых людей вокруг. Давайте же будем добрыми, будем помогать и уважать их. Что растворяете вы, старые? Задолбали эти старики. Ой, по-любому обман какой-то. Я что, самая богатая, что ли? Обожаю это видео, доброе сердце, это вообще что-то.